Вы смотрите видео об отеле Easy Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Easy Resort расположен в стране Таиланд в регионе Пхукет и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 45 километров от аэропорта. Пхукет, пляж Ката. Территория гостиницы занимает 4047 квадратных метров. Очень простой пляжный отель в 5 минутах пешком от пляжа Ката. Незатейливые аккуратные номера, средний сервис. Для бюджетного отдыха. На территории отеля имеется 2 ресторана, 1 бар, 1 открытый бассейн, прачечная, сейф на ресепшн бесплатно, беспроводной интернет в лобби бесплатно, депозит в день заезда. В номерах есть кондиционер, ТВ есть русский канал, душ, мини-бар, вода ежедневно бесплатно, набор для чая и кофе, сейф, балкон или терраса, Wi-Fi бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из 27 superior rooms, 37 квадратных метров, только двуспальная кровать, максимум 3 человек, 10 номеров для некурящих. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов, прокат велосипедов, да платно. Для детей есть в ресторане детское кресло, городской песчаный, зонтики, шезлонги, платно. Пляжные полотенца нет. У бассейна зонтики, шезлонги, бесплатно. Зонтики и шезлонги на муниципальных пляжах Пхукета не предоставляются по региональному закону о защите природы 2013 года. Пляжи доступны всем желающим для отдыха на собственно принесенных пляжных полотенцах, циновках, пледах и иных приспособлениях, не загрязняющих окружающую среду и портящих внешний вид территории бесплатно. Год постройки гостиницы – 2012. Год, когда был сделан последний ремонт – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.